Компания «Cedrus» представляет вашему вниманию торговую марку «Индастра», разработанную для комплексного решения специфических задач в промышленном и инфраструктурном строительстве. Антикоррозионный состав «Профскрин LC 2.5». Основание должно быть чистым, прочным и способным нести нагрузку. Особо плотные, гладкие основания, а также поврежденные бетонные поверхности должны быть предварительно обработаны пескоструйной или водоструйной обработкой или ручным способом с применением металлической щетки. Основание должно быть шероховатым, то есть заполнитель должен быть отчетливо виден. Необходимо удалить все продукты коррозии из бетонного основания, а также с остальной арматуры. Предварительно обработанное основание необходимо увлажнять в течение 3 часов. Поверхность должна быть влажной, но при этом следует избегать образования луж. Для улучшения сцепления с основанием рекомендуется нанесение грунтовочного слоя из антикоррозионного состава «Профскрин LC 2.5». Для приготовления раствора необходимо содержимое мешка при постоянном перемешивании высыпать в емкость с чистой водой в пропорции, указанной на упаковке, и перемешать до образования однородной массы. Перемешивание производится строительным миксером. Замешивание материала миксерами гравитационного типа или вручную не рекомендуется. Раствор необходимо выдержать 3-5 минут, а затем повторно перемешать. После этого раствор готов к применению. Использовать полученный раствор необходимо в течение 60 минут. Материал наносится с помощью кисти на влажное основание. При этом необходимо избегать высыхания грунтовочного слоя. После нанесения раствора «Профскрин LC 2.5» можно приступать к нанесению ремонтного состава «Профскрин RC». Для приготовления ремонтного состава «Профскрин RC» необходимо содержимое мешка при постоянном перемешивании высыпать в емкость с чистой водой в пропорции, указанной на упаковке, и перемешать до образования однородной массы. Перемешивание производится строительным миксером. Раствор необходимо выдержать 3-5 минут, а затем повторно перемешать. После этого раствор готов к применению. Использовать полученный раствор необходимо в течение 60 минут. При повышении вязкости раствора в емкости в пределах времени жизнеспособности необходимо тщательно перемешать его без добавления воды. Нанесение раствора производится ручным способом или с помощью штукатурных станций. Необходимо сначала нанести тонкий контактный слой, затем нанести желаемую толщину. При ручном способе нанесения на подготовленную поверхность наносится раствор толщиной от 3 до 50 мм.